Друзья, всем привет! Я рад сообщить, что я наконец-то дошел до последнего уровня, и осталось всего 5 звезд до 100% прохождения игры. Но, еще есть одно но, у нас есть одно достижение, которое мы пропустили. Я посмотрел на YouTube, как его делать. Достижение называется Nevermore. Все, что надо сделать, это пойти вот на этот уровень. И мы здесь вот видим, вот тут вот сидит ворона, вот видите, вот. Нажимаем на нее, это ворона, все, она улетает, и как видите, достижение сделано, все. Соответственно, у меня осталось всего одно достижение. Это достижение просто пройти вот этот финальный уровень, и все 100% достижений у меня будут сделаны. Прежде чем начать, я хочу поменять героя. Мой любимый герой, это Элора Винтерсонг, поэтому я хочу пройти последний уровень именно ей. Поехали. Castle Blackburn. Ох, тут будет интересно, я чувствую. Да. Вот здесь, как мне кажется, идеальное место. Хотя не знаю. Хотя и сверху будут идти, да? Надо подумать. Я просто думаю, тут электричество ставить или все-таки корни здесь, а электричество дальше. Например, корни здесь. Хорошее место. Да, здесь точно корни. А электричество, скорее всего, будет здесь. Да, давайте так. Потому что тут мы видим, скелеты будут вылезать. И здесь, кстати, скелеты будут вылезать. Если они тут вылезают, надо тогда тут барак поставить. Насчет барака не знаю. Пока барак не нужен, мне кажется. Так, поубиваю. Ага, крысы идут сверху. Надо было все-таки, наверное, закопку вначале делать. Ой, снизу сразу лезу. Давайте подумаем, как лучше сделать. Вот здесь закопка однозначно. Снизу я буду стоять. Надо будет вот этих убивать. Как же их убивать лучше всего? Давайте посмотрим. Может, так получится. Ну, крыс-то добьет, наверное, эта башня, да? Хотя нет, не справляется она. Сейчас корни, если пойдут. Тогда нормально. Нет корней, проблемы сразу. Вот тут надо было башню ставить, скорее всего. Тогда было бы по-другому все. Тогда здесь электричество, что ли, ставить? Да, давайте здесь электричество тогда добавим. Надо просто подумать, как правильно сделать. Да все, пройдем. Зомби, зомби, зомби. Ладно, поехали. Большой чувак пошел. Снизу зомби. Эти зомби сразу налево идут. Хотя, наверное, надо по-другому делать. Надо вначале здесь и здесь. Я сейчас поменяю стратегию, у меня какая-то мысль в голове появилась. А мысль следующая.
здесь закопку делать. Тогда будет легче. А здесь будет, например, электричество. Мне просто деньги надо накопить, и легче будет попозже. Сейчас, да, сейчас сложно. Надо подождать момент. И будет легче. Я думаю, может здесь закопку вообще делать. Хорошее место, она и справа будет работать. Да, вот здесь поставлю. Мне кажется, хорошее место. Надо пробовать. А здесь будут бараки, например. Или нет? Бараки лучше подальше, или здесь все-таки лучше? Не, кину я тут бараки. Метеориты надо копить на большого чувака. В основном вся атака будет здесь, по центру, а снизу только вот эти зомби лезут, тут можно не напрягаться особо. Надо за этими следить. Вон большой этот, например, надо его сразу убивать, чтобы один остался, что двоих убивать долго. Здесь зомби мы не можем убить. Надо что-то придумать получше. Вон они проходят. А, этот вниз идет. А кто ж тогда по центру идет? Если этот вниз. Как-то они идут, интересно. Просто надо знать маршрут их. Чтобы знать, чё как. Да нет, постоянно здесь, надо зомби добивать. Того большого убьют сейчас. А этот вниз идет. Хорошо. Давайте тогда остановим его. Нельзя дать ему пройти. Ой, эти летающие. На этом уровне все будут, я смотрю. То как мне ее убить? Ой, зомби проходит. Ну убьете вы ее или что? Че она тут улетает? Или она еще круг будет нарезать? Я просто не понял, как она летит. Теперь наверх полетела. Она мне мешает постоянно. Придется вот так убивать ее. Не смогли ее по-другому убить. Еще одна летит. У меня недостаточно защиты. Блин, она проблемная, ее надо быстро убивать. Что она пролетает сейчас по центру и все. Все, убили. Ну, хоть как-то отбились. Так, собачки побежали. Как они побегут? По центру или как?
срочное электричество, и оно поможет пройти. Без него я очень сложно. Здесь как бы самый центр, эпицентр событий. Все время проходят через это место абсолютно все. Кто-то вниз бежит, кто-то в центр, кто-то вверх, неважно. Главное, что абсолютно все сюда идут. Здесь надо ставить электрическую пушку. Все, готово. Теперь надо апгрейдить ее. И в идеале здесь, например, еще корни делать. Или здесь. Лучше сверху. Это в идеале. Я тут ставлю, думаю, зомби может вылезут на всякий случай. О, полезли здесь. А я здесь не готов их убивать. Значит, здесь надо еще электрическую ставить, скорее всего. Если скелеты постоянно лезть будут, надо как-то защищать на будущее. Оу! Нужна магическая башня. Магический урон нужен. Срочно. Ждать не стоит. Не, ну справляемся. Пока справляемся. Ну, легче намного стало. Но все же есть шанс, что что-то сложное будет скоро. Ну вот эти, например, ребята, они начали их убить, а потом еще призраков, которые имеют иммунитет полностью к физическим атакам. Хорошо, что мой герой, у него не физическая атака. У него как бы магия, да, получается. Магии сверху нет. Где-то здесь ставить. Их очень много. Трудно убивать. Блин, магического урона не хватает. Так-то все нормально было. До вот этого момента. Ну, корни хорошо-то работают, да? На них же тоже? Или я не вижу? Вроде только на рыцарей ставятся.
Ну все, тут апгрейд есть. Теперь должно быть легко. Не, на них корни, походу, не работают. Следующая волна 7 ведьм. Надо быть готовым. Вроде как ничего больше не будет. Ну, наверное, скелеты полезут, зомби. Да, полезли скелеты. Крысы полезли. Ну все, отбились. Уровень, кстати, недолгий, всего 15 волн. Я думал, могли бы уже последний сделать 20 волн, больше всяких противников. Интересно, в энциклопедии я все открыл, а после этого я у меня все открыты будут противники, или я кого-то не открыл? Мне просто интересно. Может, где-то есть секретные какие-то враги? Или еще что-то? Так, здесь у меня снайпер будет в конце. Снова пошли рыцари. Thank you.
Ну, в целом легко. Надо думать, сейчас босс скоро будет. Поэтому везде вот эти башни надо ставить, чтобы пока он не дошел его, чтобы долго не ждать. Надо сразу его убивать. Если он близко подойдет, уже трудно убивать все-таки. Так, сейчас будут все вместе. И ведьмы, и рыцари, и крысы, наверное, там зомби вылезут, скелеты пойдут. Да, я не знаю, почему на них не работает закопка. Они типа летающие считаются, да? И типа над землей парят, поэтому не работает или что? На них не было написано в описании, что это не работает. Ну хотя там немного чего не пишут. Могли бы написать типа что-нибудь в описании к монстру. А то только когда играешь, понимаешь, что это не работает. Так, ведьмы пролетают как-то. Опасно все. Всех убили. Здесь электрическую делаем. Так, и где следующая волна? А, еще это не закончилось. Пошли еще, ребята. Дали нам время добить их. И новых запустили. Снайпершот прокачать может. Или все-таки вначале здесь сделаем. Я здесь, наверное, не электрическую поставлю. А вот эту. Потому что босс, наверное, отсюда пойдет. И мне кажется, по боссу вот это будет намного лучше работать. А, ракеты всякие вот эти вот. Снаряды. Герой почти убил. И последняя волна, босс сейчас прям будет. Снайпершот, наверное, и на босса работает. Хорошее повреждение наносит. Поэтому я прокачал их. Понадобится, скорее всего. Еще не все. Еще полетели. Blackburn.
Вот он идет отсюда, значит. Со всех сторон сейчас пойдет. Я не буду начинать, подожду, пусть добьют уже этих. Поехали. Так он выглядит как этот рыцарь. То есть после него окажется мини-босс второй, наверное. И у него будет иммунитет к физическому повреждению. Блин, да он сильный. Я вообще его не убиваю. Ой, что это он делает? На 3 секунды где-то не работают башни. Опасно. Надо этого подставлять. Да что-то очень плохо все. О, здесь вообще жесть. Ничего не стреляет. А если он в призрака еще превратится после этого? Что я сделаю? Ну по здоровью нормально-то его побил. Просто этого недостаточно, он уже практически прошел. Давайте еще огонь кинем тогда. Проапгрейдим все тут. Надо добивать его любой ценой. Здесь уже йети проходят вообще все. После него, наверное, будет призрак по-любому. Нет, призрака нету. Это все? Это вот это был последний уровень? Да, он был сложный, но это все? Я думал, с него еще второй будет. Ну что, все достижения сделаны. Осталось допройти нам тут героический режим и железный режим. И все. Ну ладно, поехали. Так, вот здесь я хочу закопку делать. Поехали. Ой, уже изначально неправильно. Значит, здесь я буду делать вот эту. И здесь будет такая же башня. Да, скелетов много. Надо было что-то придумать со скелетами. Ну, этого убиваем, а скелеты сейчас пойдут. Ну, ладно, на скелет у нас есть метеоритный дождь. Рыцарь еще вот пойдет. Он у нас сверху вниз идет, да? Или как он там проходит, не помню. Надо этих вначале убивать, они все-таки сложнее. Он рыцарь эти, их не прибиваю вообще никак. Сейчас еще призрак будет. Этот что, не достреливает башню? Зря купил. Так, отбились. Теперь то же самое здесь.
А, я тебе иду через центр. Через центр легче, тут все стреляют. Везде магический урон. Справляемся. Может, элементал надо было поставить просто. Сейчас будет сложно как-то блокировать их. Тогда поставлю этих полченцев. Проапгрейжу даже их. Следующую волну кинул, потому что метеоритный дождь срочно нужен. Мне его не хватает здесь. Блин, сложновато. Сложновато. Ух, сверху сколько. Сверху их много. Нужно героя сюда отослать. А, герой помогает хорошо. Все, элементов оставлю. Здесь обязательно нужен. Здесь лучше все ставить. Тогда я могу его вверх тогда поставить. Если понадобится. А здесь я бы только вниз чуть-чуть мог отвести его. Ну, пока справляемся. В конце, наверное, все вместе будут, тогда уже сложно будет. Пока что все нормально. А, у них регенерация жестокая такая. Где-то в секунду, наверное, 4 жизни. 10 секунд 40 жизни. Хотя, они не жестокая. Можно спокойно ух проходить, это все. Давайте сюда этих поставим. А, они тут и так. Я думал, это внизу стояли с барака. Ополченцы, думал передвинуть их. А что ж так долго? Ладно, давайте. Следующую волну. Все, давайте тогда я быстренько этих немножко начну. О, скилл классный. Эти духи вообще не представляют угрозу. Просто летят, умирают, летят, умирают. Никаких проблем с ними. Вот эти рыцари, да, они сильные. А духи вообще никакие. Thank you.
Так, последняя волна. Что-то их много. Начинают проходить потихоньку. Самая проблема здесь у нас с этими рыцарями. Метеоритный дождь срочно. Ё-моё, да что, они пройдут, что ли? Да не, куда вы пройдете? Чтоб я проиграл? Да не. Но было сложно. Отлично, значит, прикол, мы его добили, появился этот, и мы выиграли. Этот глюк, кстати, небольшой. Надо в меню выйти. Ладно, не надо. Iron Challenge, поехали. Бараки и магия. Скелеты. Шип. Овца. Что за овца? Здесь скелеты, да? Значит... А, нам только магию дают возможность. Ха-ха-ха. Давайте попробуем. Вот так как-то сделать. Давайте посмотрим, что получится. Что это за бред? В овцу превратили? А, у нас полиморф. Прокачан. Теперь понятно. Типа полиморф прокачивать надо. Намек такой. Хотя не факт. Вот он сейчас быстро летает в полиморфе. Его не остановить. Здесь бараки надо было строить, я чуть забыл. Надо добивать, то смотрю, они не хотят добивать. Ну что это за бред? Так долго добивают. И защита хорошая, надо защиту снимать. И снимаешь защиту, все, проблемы большие. Ха-ха-ха.
А что так много? А, это овцы реально летающие. Их мы и не успеваем убивать, между прочим. Пришлось вот так вот. По-другому никак. Не хватает урона. Вот даже сейчас опасно все. Мне надо овец вначале. Они более опасные. А я думал, полиморф я кидал вначале. А тут изначально появляются овцы. Я думал, это я из-за полиморфа так сделал. А получается, были реально овцы. Так задумано, типа. Ну что, сейчас должно быть полегче. Это все? Или еще что-то будет? Как-то последний уровень они халявно сделали. Не особо напрягались, когда создавали его. Ну, как мне кажется. Хотя вот полетели еще эти. Только мы всех добили, и теперь они вообще ничего не сделают. Ой, герой не убивает. Готово. Нет. Это еще не все. У них защита есть? Не. Атака 0-0. Самое главное, что их не остановить. Они летят и летят. И довольно быстро летят. Они решили такой уровень сделать последний, типа летающие овцы. Все? Да. Ну что, ребята, как видите, сделали мы все достижения, заработали все звезды, прошли все уровни. Все героические режимы, железные испытания. И просто компанию. Все. 100% пройдена игра. Могу сказать лишь только следующее, что в версиях для мобильных девайсов, например, для iPad, для iPhone, там есть дополнительный уровень. Он как бы бесконечный. И ты там ставишь рекорд, как можно дольше можешь пройти. Там вот есть дополнительный уровень. То есть, возможно, возможно... Чуть позже, не знаю когда, возможно, если мне захочется, я на iPad поиграю этот уровень, попробую поставить какой-то рекорд, максимально долго продержаться там. Посмотрим, что у меня получится. Там в версии для iPad есть кристаллы, которые ты как бы можешь за реальные деньги покупать, или когда проходишь кампанию, накапливаешь кристаллы и используешь какие-то суперспособности. Соответственно, если я так сделаю, то там
будете упираться, как много кристаллов у тебя есть, потому что там есть кристалл, который уничтожит вообще всех на карте и прочие там суперспособности всякие, которые тебе дают. Ты все за кристаллы покупаешь. А у меня кристаллов там, по-моему, 70 тысяч, если не больше. А вот этот вот, вот эта способность убить всех на карте мгновенно, она стоит 1000 кристаллов. Соответственно, я могу 70 раз это использовать, если я правильно понимаю. Если можно много раз использовать, и она не перезаряжается, тогда я могу бесконечно это делать. И все будет сводиться к тому, у кого больше кристаллов. То есть, по сути, разработчики сделали такой режим. Ну да, с одной стороны, интересно, чтобы было, а с другой стороны, чтобы донатеры все-таки немного платили, кристаллы начали покупать и прочее. Какой-то челлендж, чтобы было с друзьями, там еще с кем-то, типа показать, насколько ты крут в этой игре, как можно далеко, как можно дальше пройти этот бесконечный режим. Ну а что мне осталось рассказать? Не знаю. Мы вот только вот этим героем не поиграли. Вот единственное, что я могу сказать. Этим мы прошли какой-то уровень, этим тоже мы прошли, этим. Всеми мы поиграли героями, даже вот этим, который мне не особо нравится. Но вот этим героем мы не играли. Но когда я раньше проходил давно игру, я всегда только его использовал, на самом деле. Либо лучницу, либо его. Потому что у него есть Earthquake. Это такой удар по земле, и все где-то 3 секунды у них оглушение, они не двигаются, ничего не делают. То есть очень хорошая вещь. Но после того, как я узнал, что есть такой вот герой, ну, когда я его открыл, то я уже перестал его использовать, потому что она реально быстро передвигается, стреляет издалека, заморозка, кристаллы, вот этот Ice Storm. Короче, это все намного круче идет в этой игре. Ну что, ребят, спасибо, что смотрели. С вами был Андромарик и мой канал Андромарик Плей. Заходите, подписывайтесь, смотрите плейлист в описании. Будет много других игр. Все, всем пока, всем удачи. Пока. Thank you.